Самые модные вечеринки планеты очень часто проходят в местах, не связанных с модой напрямую. Но это только на первый взгляд. Совершенство линий, сочетание фактур, сложные оттенки – это может относиться не только к шедеврам знаменитых кутюрье, но и к произведениям автопрома. Надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Все лучшие черты женщины. Ух, эти глаза, ух, эти фары Матрикс. И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчины, все в этой машине. Показ коллекции первых линий известных дизайнеров дополнил впечатление о стильной элегантности, а идею драйва воплотила диджей Эва, резидент столичного Симачев-бара. Она специально прилетела на нашу вечеринку, чтобы, так сказать, поддержать стилистику этого вечера. Организовала эту презентацию за 4 дня. То есть нам предложили сделать. Если это роскошно, посмотрите, сколько народу, это такой автомобиль, тут такое помещение, на самом деле это роскошный подиум, то есть тут только делать показы и делать. Это мне кажется, только Мария может, потому что это презентация, которой многие готовятся по 2-3 месяца. Здорово, все нравится, все отлично. И организация прекрасная, прекрасно сделана. У Марии всегда хорошие вечеринки. В наши дни автомобиль уже не просто средство передвижения, это и воплощение стиля жизни, и отражение внутреннего «я».